Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине. После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. В раздумья скорбных Лука и Клеопа селение Эммаус направили стопы. Друг с другом беседу вели они мерно о том, что Христа не нашли среди мертвых. Стремительно, как дуновение ветра, Сын Божий приблизился к ним незаметно. Не ведая этого в горькой печали, Лука и Клеопа его не узнали. Но, видя его доброту и участие, поведали о происшедшем несчастье. О, был Иисус перед Богом великий, Он послан был миру небесным владыкой. Но люди Мессию в нем не признали и смерти позорной на древе предали. Спаситель Израиля в гробе тридневен, сердца наши стынут от скорби и гнева. Но жены нас всех изумили, поведав, что тело исчезло во гробе бесследно. Не знаем, возможно ли в чудо поверить, что ночью воскрес наш Учитель из мертвых. Христос воскресе из мертвых! Христос воскресе из мертвых! Христос их утешил, напомнив Писание о том, что был призван пойти на страдания во имя всеобщего искупления, что смерть его крестная миру спасение. Так написано, и так надлежит пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. В томлении духа Он их не оставил, причистя стопы в селение направил, и хлеб преломив, подал в сумраке ночи, и тотчас отверз их духовные очи. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Христос воскресе из мертвых! Христос воскресе из мертвых! Смертью смерть поправ, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровав. Где твое смерти жало? Где твое аде победа? Воскресе Христос, и ликуют ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует.